Наша телекомпания стала патриотом России. Вернее, победителем в конкурсе с таким названием. О дереве дружбы, программе, которая рассказывает о чувашах, живущих за пределами республики, и национальных общинах, которые обосновались в Чувашии, теперь узнают далеко за пределами региона. Эта передача заняла 3-е место в номинации «Мы россияне». Конкуренция была жесточайшая. В конкурсе участвовали 69 регионов, более 2500 проектов и сильнейшие федералы. Первый канал – Россия НТВ. Однако «Дерево дружбы» передача проросло на пьедестале почета. Награждать победителей будут в Белгороде в конце октября.